Жизнь на новой земле. Архангел Гавриил. Отец Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня мы с вами поговорим о том, какую роль в сообществе архангелов играет Архангел Гавриил. Он следит за уровнем вибрационной шкалы коллективного сознания человечества. Чтобы вы лучше поняли, что я имею в виду, представьте себе коллективное сознание человечества в виде огромного силуэта с семью чакрами и шкалу деления на оси, на которую нанизаны эти чакры. Деление этой воображаемой шкалы подобно тому, как столбик термометра, отражая температуру человека, показывает частоту вибраций коллективного сознания человечества. Уровень вибраций этого силуэта нестабилен, поскольку зависит от множества факторов, как от событий общепланетарного масштаба, так и от событий личной жизни каждого человека. Иногда эти события пересекаются и влияют друг на друга, а иногда нет. Так, например, человека, живущего на природе и имеющего личное приусадебное хозяйство, экономический кризис коснется намного меньше, чем городского жителя, полностью зависящего от городской инфраструктуры. А порой и больше того, в результате кризиса тот может наладить более выгодные для него связи с городскими продуктовыми магазинами, продавая им излишки своего урожая. Другими словами, многое зависит от того, насколько связан тот или иной человек с общегосударственными структурами и насколько он от них зависим. Но бывают такие обстоятельства, когда происходящие на Земле события касаются абсолютно каждого человека. Именно это и происходит сейчас на вашей планете. Идет прямое противостояние правящей мировой верхушки совсем без исключения населением Земли. Своим орудием порабощения людей они избрали искусственно раздутую истерию по поводу так называемой пандемии, благодаря которой они пытаются ввести поголовную вакцинацию и чипирование населения. Рептилоиды долго готовились к этому событию, тщательно разрабатывая план действия таким образом, чтобы охватить действительно все население планеты. И сейчас, в разгар осуществления их плана, на Земле сложилась уникальная энергетическая ситуация, когда показатели вибрационной шкалы буквально скачут по оси, то взлетая вверх, то опускаясь на самое дно. Почему это происходит? Потому что люди, а речь в нашем случае идет только о чистых человеческих душах, поставлены перед выбором остаться рабами, подчинившись абсурдным инструкциям, спускаемым сверху властями, либо отвоевать свою свободу и выйти на новый уровень своего существования. Многим из них придется ломать свою привычную жизнь, в результате чего страдает их психика, подверженная большим нападкам настроения, а значит и вибрационным скачкам в ту или иную сторону. Все это в своей совокупности отражается на общей вибрационной шкале коллективного сознания всего человечества. Для того, чтобы выровнять общие показатели этой шкалы, Архангел Гавриил отслеживает тенденцию таких энергетических перепадов и в соответствии с этим организует команды спасения, состоящие из ангелов, специализирующихся на том, или ином виде энергии. Например, если он видит, что коллективное сознание людей охвачено энергией бессилия изменить сложившуюся ситуацию, он направляет на Землю дополнительную порцию энергии, силы духа и веры в себя, что помогает людям вместо того, чтобы впадать в депрессию, начинает предпринимать конкретные действия по защите своих прав. А если он видит, что людей охватывает неконтролируемый страх за свою жизнь и жизнь своих близких, то направляет им энергию мужества и энергию вдохновения,
что помогает людям обрести уверенность в том, что все разрешится наилучшим для них образом. Так, путем растворения негативных энергий повышается общечеловеческий вибрационный фон на данной шкале, а люди поднимаются выше еще на одну ступеньку своего духовного развития. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему «Архангел Гавриил».